я вот так вот нежусь в отеле сейчас, жду. Франческо пошел за мачи мне. Мы в 60 Soho в Нью-Йорке. Мне просто очень нравится эта эрия. Она просто нереальная. Просто кайф. В этом отеле я раньше была, но мы здесь не останавливались. У Франческо друга здесь бар, называется Barfly. Слушайте, ну на самом деле, вот так вот. Baby, what did you bring? Matcha for you for my French fries. Ням ням ням. Oh, Lola, look up to you. Lola, what did you want? You want something? She's like, where's my greenies? Yummy. Thank you, babe. В общем, Франческо ушел. В Нью-Йорке сейчас так жарко, что прям хочется принимать душ, мне кажется, несколько раз на день. Окей, я купила в CVS какие-то две маски, вообще чисто даже не смотрела, что я взяла практически. Вот, думаю, чаркал какой-то и Гарниер, чтобы по-маленькому какую-то маску сделать, потому что я реально с собой не взяла никакой маски. Ну вот такая масочка. Charcoal Lemonade. Я вот надеюсь, что эта маска как-то чистит мое лицо, потому что я не взяла с собой ничего, никакие кислоты для лица, ничего, поэтому только крем у меня есть. Надо, чтобы exfoliation был. Вот. Знаете, что я заметила еще, что мне очень нравится темная. Темная ванна вообще реально очень прикольно. Мне кажется, что в своем доме или квартире в будущем я бы хотела, вот, чтобы было такое. Может быть, только чтобы это было золотистое, но в принципе на самом деле очень круто. Вот так вот. Покажу, как выглядит. Только жалко, что здесь нет ванны, только душ. Потому что у меня Франческо очень любит ванны. Это прям его. Я от него научилась. Это Лоли туалет. Ай, ай, ай. Лола, милашка. Милашка? Милашка. Сли тапочки. Я просила тапочки принести, потому что в отелях обычно они есть. А здесь почему-то их нет. Вот такие тапочки. Я их люблю носить. У меня таких дома очень много. Простые. Но только у меня даже дома одноразовые. Мне Франческо купил целую упаковку. А, нет, эти много другие. Это как флип-флопс. Ну, тоже прикольно. А еще, ребят, классный, просто офигенный лайфхак. Сейчас я покажу. Офигенный лайфхак — это когда вы дома, вот этот lo-fi music на YouTube, просто если вы загуглите lo-fi, chill out, вот такая заставка, есть еще другая моя любимая. Она голубая такая, как кафе называется. И реально это самая классная музыка, вот так на бэкграунде, и у вас реально даже меняется настроение. Мне кажется, вот музыка решает все. Вот какую музыку поставите, так вы начнете свой день. Ну, в общем, всем советую. Я все еще держу свою маску. Франческо пошел гулять с Лолой. Ну, в общем, еще минут 15. Потом идем на динер. Может, покажу. Я собралась. Вот так вот просто. Мейкап тоже простой. Достаточно быстрый. Белые штаники кремовые. Шузы. Thank you.
Good, мы пришли going? Опять покушать после музыкальной session. Сессии. We actually had a session with Cisco. Классный здесь такой ресторанчик, прямо возле нашего отеля. Здесь классный народ, я уже видела каких-то людей с Инстаграма. Лол. Ну, в общем, ждем еду. Я, как обычно, заказала muscles, а сейчас, как обычно, заказала бургер, блин. Короче, мы не смогли доесть, но было вкусно. Вот уже вечер, классный, не хотел. Вайбово, короче. Oh my gosh. And this is the summer king. Wow. Summer king. Okay. Мы уезжаем, Лола. Ты готова? Какая-то cute.